Special for ID Fashion. Делаем макияж для Лиасин. Полностью выполняем коррекцию в нюдовых тонах. Губы мы делаем амбре. Переход от красного в абсолютно нюд тоже в кожу. И немножко оттеняем глазки, просто подчеркнуть красоту. Я модель сегодняшнего показа Лиасин. Мне очень нравится моя прическа, она такая легкая, игривая. Очень нравится макияж, нюдовый, ничего лишнего. Акцент на глаза, немножко на губах. И я уже жду, не дождусь, когда начнется показ. И я смогу надеть одежду, чтобы соответствовать такому красивому макияжу и прическе. Моя новая коллекция – это слияние двух стилей. Это спорт и классика. Мне кажется, что вещи получились чрезвычайно удобными. Мы вплели в коллекцию довязы и трикотажи и сочетали их с такими тяжелыми вечерними тканями. Коллекция совершенно разнообразна. Она содержит в себе куртки, юбки, платья, шорты. Поэтому каждая девушка, я думаю, найдет себе по настроению, по стилю что-то из того, что мы в этот раз сделали. Я очень люблю серые оттенки. И серый оттенок, он всегда в тренде. Он настолько многогранен и имеет несколько десятков оттенков. И мне все-таки захотелось взять такой стальной серый цвет. Соответственно, коллекция переходит в такую, знаете, наверное, легкую морскую тему, полоску голубую. И уходит в более темный синий цвет. Коллекция разбавлена такими красными кантами. Она придает, знаете, такое благородство, шик. И наверное, я все-таки таким образом как-то оттенила определенные детали в одежде. ID Fashion Real Emotions.